Ну как, видать? Видать. Мир вам, Игнатий. С миром. Значит, такое дело. Когда начинаешь беседовать, он сам незаметно под вопросы задает. А когда дашь написать, да у меня и время, совершенно нет времени. Ну, вот какой это ответ? Он даже никак. Я в одним словом могу ему ответить. А он сразу покажет, что а вот это да как. Или другое место припомнит. Раз серьезно задает, его не надо отстранять. Так, теперь, как нам сохранить вопросы и ответы, которые у меня в сайте? И как сделать симфонию на вопросы и ответы? Сейчас, у вас телефон. Да нельзя, мне нельзя брать, я не знаю кто. Поэтому я забронировал все. Этот, когда быстро открываю, вижу надпись, кто нет, а быстро закрываю. И они стали от меня отставать. Всего 2 звонка бывает за ночь, а тот 40. Представь себе, бомбят и бомбят. Пускай звонит. Смотрите, 2 вопроса. Как сохранить? А сохранить... Они, как понять вопрос? Сохранить как? Не могу понять это. Ну, так размножит где-то на случай, если гибель какая-то будет, чтобы можно было восстановить. Ну, так они же есть вот в Word-овском. У меня есть, у вас есть в Word-овском файле. Все это есть. А как у вас в Word есть? У вас где они все? До одного вопроса? Вопросы? Нет. Да. Как? А как? Скопировали их? Как? Вы мне прислали? Нет. 4124 вопроса. Как я прислал? В каком виде? У меня 2 файла. 2. С 1 по 16 том все вопросы. И с 16 там до 30. Это не вопросы, ответы. Это книги. Книги, целиком книги, открытым оком. 33 тома, из которых даже не вышли, они прилеплены к ним. В 2 файла сделаны книги, а я-то сейчас говорю о вопросах, которые разбиты уже по папкам. Игнат Тихонович, я говорю про вопросы, вопросы. Вопросы, у меня не книги, это отдельно, а это вопросы и ответы. Вы мне сами прислали, вы это сделали сами. Нет. Подожди, что-то, наверное, я путаю или вы путаете. Я прислал на 2. Это не одни вопросы только. Вопросы – это книги. Вы не поняли? Книги? Вот, Игнат Тихонович, да я все понял, я 100 раз просматривал. Я каждый раз к ним обращаюсь. Там ничего, там только вопросы и ответы, только. Я уж сам все не знаю тогда. Да как так, вопросы и ответы? Хоть вы забыли, Игнат Тихонович. Хоть сейчас загляну. Нет, подождите. Нет. Я посмотрю. Нет, нет. Даже смотреть не нечего. Вопросы – это книги. Книги от корки до корки. Ну, Игнат Тихонович, ну что? Да вы что? Мы недавно с вами разговаривали, это было вопросы, а вдруг книгами стали? Да книги-то мы... Это вопросы... Книги – это книги, это я понимаю. Вопросы на сайте брали. Вопросы-то на сайте были, на сайте. Что ты меня путаешь? Да на сайте-то на сайте, это понятно. Ну ладно. Игнат Тихонович, ну ладно, как сейчас поймешь, легко на это выйдешь. Симфонию как сделать на вопросы? Мы до конца не можем сказать, правильно или неправильно в папке, где стоит. А когда все вместе, вообще не найдешь. А вопрос задан, как найти его? Значит, я думаю так, я уже начал маленько делать, но кто делает, по каким прошелся, он должен теперь каждый файл открывать и в одну ленту сделать всех, кто с чем работал. И это все сохранить себе и мне отдать. А я тут слеплю тогда. И все. Вот единственное, что я симфонии никогда не делал, и, наверное, многие люди никогда не делали. И какой порядок делания симфонии? Надо это, чтобы вы научили. Вот, брат. Я беру... Вопрос, ответ. И как вот что я с ним делаю, чтобы оно потом вылилось в симфонию? По словам. Заряжая каждое слово по буквам.
Нет, я симфонию имею в виду только смысловую, как у меня сделана на «Жития святых» симфония. Не такая, как на неканонической книге. Там каждое слово, вот открываю я Библию, первое слово какое? В начале. Вот теперь в начале, значит, начало, в начале. И теперь я беру сколько? Заряжаю. Все слова выбираю. И кратко содержание. Не оттуда копирую, а именно так. В каком падеже, что, как. Вот откройте симфонию на неканонической, и вы все это увидите. Этот труд, кропотливейший труд. У меня проверяли одновременно, сверится, корректор, сразу 16 человек сидело. И так и не сделали, бросили, я один день доканчивал. Симфонию просто откройте, увидите. Каждое слово, которое я не придумаю, я беру оттуда. Не пропустить ни одного слова. Я когда вручную делал, вы посмотрели, что. У меня было 475 открытых листов. Слова должны быть в определенном порядке-то. И само слово по буквам, какая за каким в алфавите стоит, в таком же порядке она должна идти. Каждое слово следующее. Ну, допустим, пришел или пришедший. Это Д, 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 Д одинаково. А дальше при... Л и В. Какое первое стоит по алфавиту? И сколько букв есть, и все они в дальнейшем должны отразиться в данном слове по алфавиту. Мозги закрутит. Я ездил, когда... Игнат Тихонович, смотрите, так вот, допустим, сайт, да? А что там искать симфонию? Ты просто в поисковике вбил, и все тебе выпало сразу, что тебе надо. А поисковик автоматическую симфонию составляет. Поисковик, а кто тебе дал-то его, дорогой мой? Да ты ж какие поисковики-то? Сделал-то когда? Какие годы? В 80-е годы я делал, вручную. Какие поисковики-то хватили? Он еще пацаненком был, этот Тимофей Ха. Да нет, я имею в виду, на сайте, на ваши вопросы, есть, работает поисковик. На мои вопросы? Симфония для чего нужна? Чтобы быстро находить, правильно? Быстро находить. Сегодня, да. Сегодня так. Ну тогда-то как это можно было сделать? Симфонии-то выпускали на канонические, неканонические книги. Они только на канонические. И там делали 20 человек 5 лет. Получается 100 лет. А я делал один. Ну, правда, делал-то не на канонические, а на неканонические. И вот эта, которая была такая распространена, там привозили ее из-за рубежа, это самая лучшая из всех. Я по ее образцу сделал. Шрифт, размер, все одинаково сделал. Вернигородская. И в предисловии это сказано. Вот что. Ну, какая нужда-то делать? Какая нужда делать на ответы симфонию-то, если есть, а сегодня работает поисковик? Не знаешь. Если она в одно не сбитое, ничего ты не найдешь. А где ты будешь искать поисковик-то? Нигде. Тысячу, на сайте. Повторяю, тысячу, не в сайте, на сайте там вопросы только. Ты вопросы только по одной тематике папки, и то не разберешь. А это надо полный текст. И 55 папок, 1424 вопроса, их все надо в раскрытом виде, и потом соединить, и тогда только поисковик запускать. Ctrl-F. Вот как. Тут очень кропотливая... Нет, нет, на сайт работает, там система Google, она все индексирует, и все вопросы, ответы из всех книг у вас вытаскивает. Там что хочешь, можно найти. Вот я, допустим, вбиваю, смотрите, захожу на сайт, вбиваю, любое слово вбиваю, и сразу все, что вы об этом сказали, я нахожу. Не знаю. Там болезнь. Но у меня, значит, нет данных таких. И у меня тут целый список. Список целый идет. Куча вопросов. Ну, не знаю просто. Как? Вы можете сейчас... Я, знаете, отвечаю как? Я так ВКонтакте отвечаю всем. Вот вопросы вам задают ВКонтакте, вам. Но. А я уже знаю этот ответ, я уже читал ответ. Я вбиваю просто и нахожу, и отправляю им, как будто вы ответили. Где находите? Где находите, на который сайте. Я прислал два файла? И там тоже, да. Вы еще раз зайдите на... Вспомнили, что за файлы? На наш сайт зайдите еще раз и пройдитесь по вопросам и ответам. Нельзя дать ответ на него, пока он там спрятан. Никакая система его оттуда не вытащит. Его надо раскрыть сначала. Игнат Тихонович, ну вы что? Ну вы чего говорите-то? Я уже
год целый пользуюсь этой системой, ну, там ладно, ладно. Все вытаскивается. Мерзя, брат. Он машет безнадежно больной. Нет, брат. Ты давай попробуй сейчас. Вот я тебе скажу определенную тематику, узнай, где об этом говорится. Давай. Если текста нету, допустим, вот пока не скопировали Иоанна Златоуста, ничего не могли найти. Как ты, система-то где будет искать? Да ей нужен текст. И на текст запускать. А когда он в папке лежит, она не может оттуда взять его. Игнатий Тихонович, да он не в папке лежит-то, это кажется, что в папке. Это так условное название только. Как это? Давайте, любое скажите, я сразу найду. Вот давайте, тогда я вам скажу. Сайт наш. На сайте вопросы и ответы справа. Я про это говорю. 55 папок. Он говорит, назовите любой вопрос. Я называю. Найди, где, в каких местах, в каких вопросах, в какой папке говорится про голубей. Забивай. Ты как голубь будешь порхать и ничего не сделаешь. Гляди, он пошел командовать. Сейчас получит по морде. Хозяин. Кот. Тут кошка окатилась, а он тут хозяйничает. Любопытно ему. Но если бы он был лев, он бы убил, потому что не от него они. Ну, еще получается. Смотрите, все. Вопрос 1534, 6 том. Вопрос 2773, 13 том. Вопрос 2457. Ну, текст, открывай, открывай вопрос текст. 3000... Мне текст нужен, это не просто слово. В каком виде они говорят? Вот. Вопрос вам задали. Почему голуби взяты в пример их простоты? Или здесь неверный перевод, или здесь неверный перевод сделан? Сколько голубей, знаю голубей, они не отличаются от других птиц никакой мудростью. И вы даете ответ на этот вопрос. Ну и где ты, в какой папке? 6 том. А папка природа. В папке природа. Давайте я вас научу. Не знаю. Не знаю. Пока в закрытой, пока вот они находятся в папках, и никаким образом, пока их надо соединить сначала. Это корочки закрыты, книга не раскрыта, как прочитаешь? Я вас научу, научу. Очень все просто. Иначе, значит, мы же в поисковик-то тоже в Google заходим раз, и нам нужная информация вся раскрывается сразу. Не знаю, не знаю. В папке лежит, а информация открывается, потому что она открыта там. Поэтому он оттуда берет, заходит. Игнат Тихонович, вы же не понимаете язык программирования, что это такое. Ну хорошо. Это совершенно другое. Хорошо. Какой ты нажимаешь клавиши, чтобы поиск был? Я имею в виду только наш сайт. Сайт вопросы. Какую кнопку нажимаешь? Ну, поисковик какой? Как я оно? Нажимаю вот там. А там, смотрите, прям заходишь в сайт. И там прям сверху этот написано такая строка, куда вводишь слово любое, и справа найти, и все, и он ищет. Прямо с предложением, никогда не искал. Игнат Тихонович, зайдите, сделайте демонстрацию экрана. На минутку просил зайти, а тут совсем поплыл. Давай. Сейчас я вам и докажу то, что у вас два файла, там одни вопрос-ответы, и еще вот то, что тут ищет. Два вопроса докажу. Ну-ка попробуем. А я так смотрел. Так, у вас ничего не закачивает? Сейчас закачивается. У меня все время закачивается, сутками. Да, жалко. Ну тогда ничего не получится. А можете видео отключить? Можете свое отключить видео? А видео свое отключить. Мне опять же это нежелательно. У меня запись тут и идет. Ну, на время. Ну на время-то прервется все, ну миленькие мои. Я нажму. Нет, лучше не надо. Я думал, как вот послушать. Нет, видео. Игнат Тихонович, я не говорю, что звонок, а видео только. Ну видео, я сейчас мигну, так у меня тогда она погаснет. Не будет тянуть-то. У него автозапись. Ну вы зайдете, вы там... У него автозапись прекратит записывать. Что ты говоришь? Я ему объясняю, что автозапись у вас перестанет записывать. У меня все записывать кончится наш разговор, а я его хочу сохранить. Так у вас здесь записывается еще. А она включится, когда вы опять включите. Так это у меня там дырка будет. Писать, так и так. Дырка там будет.
Ну ладно, закрываю. Заходите в оперу. Я знаешь, как делал-то? Каждый, который идет там папка, открываю папку, из ней каждый вопрос, и потом я соединяю в одну ленту. Каждый вопрос копирую и в Word запускаю. В оперу заходите. Ну, я в оперу зайти, да? Ну вот. Еще. Сейчас мне нарисуют тут. А то из-за того, что просто видео отправляется ко мне, а у вас закачка идет, мне не попадает информация, что у вас на рабочем столе происходит. Вот в чем дело. Не могу. Сейчас я гляну, подожди, что у меня там есть. Сейчас посмотрю. Может быть, там уже к концу идет. Нет, еще два ролика осталось. Вот, смотрите, зайдите на свой сайт. На свой сайт. Так. На сайт я зашел. Во свете Библии. Вот проповеди. Что там вверху? Ответ. Вот смотрите, видите, написано, строка такая. Пустая строка, белая такая. Где? Какая? И там справа, найти. Володя, иди сюда. Где найти? Никогда не... Вот, слева найти. Да, вот он. Нет, вот. Справа. Вот. Яндекс, да? Яндекс, а справа найти. Да. Нажать, что ли? Вот туда, вот здесь туда вбейте слово «голубь». Голубь. Вот здесь введите «голубь». Ну, это, подожди, мне надо, возьми там вот это все. Размонтировать надо эту установку. Держи. Сейчас я это все уберу. Я на это никогда и не видел даже найти. Я думал, где найти, чего найти. Так, «голубь». Голубь. Уберу мягкий знак. Там голубиный будет. Не убирайте. Он сам понимает. Он будет его сам убирать. И там умная система. Если уберете, то он не будет искать. А если не оставите, то он поймет, о чем речь. Дальше найти? Да. Найти. Никогда не искал. Да. И почему она относится к вопросам-ответам? Она берет все, что есть на сайте. Все. Яндекс. Вопрос. Почему голуби взяты в пример их простоты? Дальше. Это вопрос, а ответ? Нажимать надо? Да. Вы нажимаете, и там все есть, ответ. Ну-ка. Угу. А если вы хотите узнать, из какой папки это, посмотрите в адресную строку сверху, и там написано «Природа». Вон, вопрос «Природа». Вопрос «Природа». Подожди. Вон вверху. Вот куда? Цена нажать Яндекс? Нет, вверху написано вверху. «Природа». Вон, «Природа». Народ, вопрос «Природа». Вон где. Ну-ка, и сколько там раз у меня теперь как вернусь это назад? Это закрыть или что? Закрыть ее, да? Ну, закрой, я назад, потеряю. Нет, стрелка. Нет. Стрелка назад там. Стрелка. Так она мертвая стрелка. Тут нету назад стрелки. Назад нету. А, тогда у вас, значит, второй открылся. Просто другая закладка сверху другая. Еще до этого, который закладка. Как сейчас? Вот у вас сайт. Вот он. Вот это вот? Вот где буква Я, сайт. Вон вверху. Или вверху. Вот сюда, правее. Вот это? Да не, выше. Вот это? Да. Ну-ка. Вот здесь вот у вас сайт. А вот здесь можете назад вернуться, вот. Вот теперь можно назад. А мне теперь и не надо ничего. Нет, на сайт, чтобы зайти. Голуби, ах, 11-й. Хотя голуби. Вот видишь, что. Видите, там много всяких? Ну да, цифры-то здесь 10. Это так много о голубях говорится. Ну вот смотрите, здесь не то, что 10, здесь знаете, сколько страниц? Сколько? Даже не могу сказать. 16. 20 страниц. Но это берется и не только у вас, но еще, допустим, у вас тут на сайте есть Златоуст с его проповедей. Если он голуби упоминал, то там тоже тут есть. Нет. Обозрение книги «Бытия» Златоуст, ну, правильно показывает. А тут главное-то вопросы и ответы. А тут видно, видите, тут видно, тут можно сосчитать. Подряд идешь и считаешь, вопрос написан, значит, это из вопрос-ответ. Так, а у меня еще. Если написано просто том, то это значит из проповеди вашей. Ой-ой-ой. Это, кажется, у Соловухина такой рассказ был. Мужик на поле убирал,
и на одном колоске заметил, два колоска растет. Он стал внимательно смотреть, еще один нашел. Жене сказал, она говорит, так это новый сорт. И они там сколько труда приложили, отдельные там удобряли землю. Дождь пойдет, он чтобы не вышибло. И, наконец, целая делянка там, ну, полгектара почти. Ну, а кого они? Молодой агроном приехал, они его не взяли к себе. Ну, надо, чтобы не один был. Директор записался на это, когда открытие это сделают-то. Ну, а он сидит там это, в библиотеке, работает. Мужик-то увлекся этим, уже лет 5 работает. А в это время она им книги дает, там все по сельскому хозяйству. Здоровый мужик, и которого он не взял к себе в соратники, это молодой, он такой агроном-то ему не нравился. А агроном подошел, говорит, вот ты смотришь все это, я уже знаю, говорит, чем ты занимаешься. Так этот сорт-то есть, говорит он, ты вот открой на такой странице в энциклопедии, то там колоски эти есть. Он мужик тогда посмотрел, и правда, все это уже есть. И он потерял сознание и грохнулся прямо на пол, упал в библиотеке. Как? А? Похоже? Да. Сколько я труда положил вот в этом-то? Ну, положил-то, когда не было ничего. Я сейчас такой вопрос задал. Ну, а как сохранить-то теперь? Отсюда взять-то? Там-то я что, все сделал в одну ленту, сейчас я ее скопировал и на флешку и убрал. Мне сохранить как? Вопрос остался в силе. Как? Не просто, а все, что есть. В раскрытом виде каждый вопрос, и в каждой папке, допустим, 100 вопросов, чтобы все были раскрыты, и до одной буковки сохранить. Как? Ну вот смотрите, допустим, слово «голубь», да, берем, к примеру. Вот, все, его выписываем там. И берете прям конкретно, заходите, покажут по очереди в каждую. Остановись, вот, брат. Да не, никакие слова ты не вымешь. Зачем слова выбирать какие-то? Подряд надо все скопировать и сохранить. Подряд. А словами-то что ты возьмешь? Предложения. Там же много. Вот я сегодня один сделал, одну папку отмолотил. Одну. У меня мысль пришла, я сидел, молотил часа 4. И сделал ее. И получилось 1500 страниц текста. На... Ну, 100 и размер 16 буквы. Размер буквы. 1500 страниц. Так это одна папка. Но зато все у меня есть. И там как какой вопрос, как идет, все как. Все это, ну, все как по-книжному. Вот это надо сделать. Теперь осталось еще 54 папки. Нет, Игнатий Игнатьевич, я не пойму. Вы как хотите, что, вот смотрите, вот одно слово, и нет, что, и прям... Не, ну, одного слова. С этим словом идут. Не надо слова. Это искать поисковик одно слово. Здесь именно сохранить весь текст. Он имеет в виду, чтобы открыть папку и сразу скопировать все открытые эти вопросы-ответы, чтобы сразу сохранить скопировать. Сохранить текст. Да. Текст. Я из одной папки сегодня сохранил только 1500 страниц. Белый. Погоди, что? У меня... Все вот, понял. Вот теперь будешь, рядом со мной упадешь. Котя, иди. Ты радостный такой. Я все понял. То есть вам надо чисто по папкам. Папка была, чтобы отдельно была в вордовском файле. Все раскрыто в Ворде было, чтобы. В Ворде. Скопировать. Все, я понял. А потом, когда исчезнет, тогда заново восстановить уже просто. И сколько папок. А потом для поисковика-то можно их в одну ленту соединить, и вообще тут не... Ну, даже исчезнет, а у тебя оно будет. Я сегодня посмотрел сам вопросы эти, которые насчитывают. Я понял, таких ответов не будет уже никогда. Ни мне не ответить так. Я сегодня вопросы послушал, там, об объединении, там, проще. Ну, говорит, руки задрожали. Какие стихи к месту из мировой поэзии? Там вообще. Там работа проделана невероятнейшая. И это надо подумать, как вот форум большой у меня, 1600 тем. Там существует система. И приходил ко мне один из наших знакомых. И он сделал, я даже сам копировал. Но в то время я к форуму кое-что добавлял. И приходилось через год новую копию делать. А сейчас можно сделать. Я к нему вообще не обращаюсь. Я полностью нахожусь в Ютубе.
Ой, заглядываю только в мой мир, письма приходят. Вот такая, брат. А сохранить мой сайт, нет такой системы. Нету. Ну, допустим, у меня здесь 50... Нет, тут вручную только. 50 книг аудио у меня здесь. Здесь. Как их скопировать-то? Это не просто так. А вот как? Просто скачал и все? Это один ты скачал где-то. А там алфавитные, по местам писания, там такие графики вынесены. У священников-то указывается на каждый день, что читать. Он сразу глянул, а книги по порядку. 1 Коринфянам глянул, какая проповедь в каком томе. На 1300 проповедей вот такой алфавит. Давайте тогда сейчас по порядку. По вопросам-ответам, самый лучший вариант, это вот кто начитывал, те же самые люди, это каждый, допустим, возьмет вопрос тем, там, по 5, да, по 3, по 4 темы, и просто их сделает из них файлы. Вот я про это, в принципе... я про это и говорил. Но только, ну, напиши им всем, кто, я же не знаю, я бросил смотреть, ты меня перехватил это, я писал на бумажке, а ты видишь, какую сделал красивую сетку. Ведь переместились. Ну, сейчас еще надо добить это дело. Ну да, добить, и тогда можно будет делать. Но надо думать о сохранении. Меня со всех сторон тревожит. Мы-то сейчас отправили там в Испанию и прочее только YouTube. Ни форум, ни... Это, а форум-то может себе скачать. Скачать. Вот надо, потом поймешь, кто, я назову кого, кто это умеет делать. Но остается сайт. Самый большой по объему материал. Как сделать? Тут и фильмы. Ну, вопросы мы сделаем, понятно. Я вопросы не вижу, как бы, не вижу вопросов в том, чтобы это сделать. Это просто времени вопрос. Вопрос. И все остальные темы тоже так же можно. Копию сделать, только копию сделать. Задумал это копию сделать Сергей, парализованный, Козлов. Я говорю, не надо, это хорошее. А можно лучше сделать, ну, то есть, все сохранить, как есть, и сделать. И он нанял двух. Один с Израиля, а другой или два их там с Белоруссии. И они сделали там у нас параллельный сайт. Но на нем-то он не бывает. Он мне ключ-то не дал на него. Он говорит, у сестры будет. Надо на сестру, чтобы выйти. На каждой визитке у нас написано там пожертвование для лагеря или что-то, не знаю, такое-то. А ключа-то нету, есть там или нет. Потому что сейчас новые визитки уже запустили. А там-то остается, а может кто-то жертвует. Я про это тоже не знаю. Я не о деньгах, а о том, чтобы не пропали. На кого-то перевести и все, мне-то зачем это? Вот так. Так... А у какой сестры-то ключ? У его сестры. У Сергеевой. Через маму Татьяну Ильиничну заходить. Надо узнать. А он сказал, у ней есть, ну как там назвать-то, логин и что там еще? Код или как? Пароль. Пароль. Я понял, пароль. Понял. Пароль. Так это дай, надо, дайте контакт, а мы выйдем на нее. А что на нее выйти? Я не переписываюсь, ничего. И его, который... Потому что это, у него-то на сайте там, возможно, уже все распределено, там можно просто взять. Но этого нету там. Там только ютубовское все. И все ютуб было, я все себе перекачал и выставил. Теперь надо на нее выйти. Нет, на сайте у него тот сайт, который он скопировал. А, вот который скопировал-то? Ну как его взять-то? Я это с ней в Одноклассниках. Я тебе говорю. У нас он известен какой. Ну дальше ты еще только зайдешь как гость. Нам нужно, чтобы хозяином там быть. И на визитке он поставил это там, чтобы кто что дал-то. Он ставил, я это не касаюсь никакого, и не получал ни копейки никогда. Ну, если кто-то получал, а 50 тысяч размножили-то. Ну, даже не 50, 5 тысяч. Из 5 тысяч 5 пошлю деньги. Ну, их снять надо. А на в эту визитку уже мы их не поставили. Там речь шла о лагере детском. Вот надо думать как. Ну, я вот я сейчас зашел на сайт. Но. Их, вот этот, который скопировался, и зашел в папку «Разбор выступлений». И сразу вижу, прям сразу сходу, что там не все есть. Ну вот. И я... Не все. Не все-то не все. Да там ссылки только делаются на этот, а этот-то нету, и ссылки-то повисли.
Они его обманывали, он доверчивый был. Я говорю, сколько ты заплатил? Вас не касается. Потом я узнал, 300 тысяч заплатил. У меня волосы поднялись бы, если бы они были. 300 тысяч заплатил. Ну что ж, я говорю, делаешь-то? Никаких. Ну, она ценила, очень ваш сайт дорогой и лучший. А как ты проверишь-то? Они там вопросы, а они ссылку сделали на мой. Это так я из... для того дело-то делал. То есть с первого дня решил там открыть где-то в Южной Америке, там в Испании, в разных местах. Что случится? А мне сразу два открыли канала в Америке. И там платили за них, там почему-то платится. Ну и так я не стал больше заходить, и, видимо, заглохло и все. Какой-то Вадим там был. Вот так. 25. Нет, так тут тоже очень, кстати, тут очень быстро поиск работает. Вот что, плюс? Очень быстро поиск работает. Здесь очень удобно по слову искать. Ой, и вот, вот копировать именно здесь очень удобно. Именно копировать. Ну да, вот это вот что открыли-то, это я даже не знал это. Никогда сюда не заходил. Было время, когда симфонии на неканонические книги не было. Белый. И все 11 книг я все старался держать в памяти. Белый. По нужде. Так, выйти можно как-то на эту сестру, нет? У меня нет. Я с ней никогда не связывался. Только через мать. Я на нее вышел, чтобы она общаться. Через мать. А через мать кто туда ездил хоронить-то? Кто связь там имеет? Кто ездил? А, кстати, я с матерью, когда книги я получал от нее, у меня где-то контакты с... Вот, заходите и скажите. Сергей говорил, говорит, я ему сказал, тебя не будет как. Он говорит, меня не будет. Все у сестры. Чтобы она дала пароль, логин там все, и посмотреть, деньги есть или нет. Если она скажет есть, можно я ей сказать, ну и забери их себе. Ну только надо, чтобы знала она. Он ей передал. Я не о деньгах говорю, о том, что все это, ну, пропало и все. Так деньги-то 100% она уже там они забрали. Я имею в виду, а я больше не о деньгах, а о том, что этот сайт у него, он же копировал его, вот ваш сайт. Да. И в его сайте может как раз-таки быть все распределено по папкам. И это можно скопировать себе. Возьми потому на что себя. Они это все переводили же вдруг. Возьми на себя. Вот что делать-то? Я не гожий для этого. Я все по старинке работаю. Да я понял. А ты видел, такой ролик был? Я в этом направлении сейчас буду работать. Видел? Да. Нет, там сидит один какой-то, как в монашеской одежде. Это, видимо, немцы составили-то. Ну и просят мастера. Он пришел. А он говорит как? Он папку берет и с обратной стороны с корешка листает. А он не листается, он нервничает, сидит. Он говорит, надо перевернуть вот так. Он говорит, и что? Ну там есть. А страницу перевернешь, что не исчезнет? Он нет. Он такой вот, ну, как про нас будто бы. И там кто-то хохочет, где-то это на, видимо, в театре где-то показывается. Ну что, давайте, Игнатьевич. Ты видел? Так, Игнатьевич, а вы можете открыть этот файл, который у вас есть, который вы говорите, что все книги одним файлом? Все книги? Ну, еще? Нет, вот этот файл называется 1-16. Все, это книги, Не ответы, вопросы. Это книги. Целиком, от корки до корки. Ну, зайдите, Игнатьевич. А? Зайдите, он говорит. А что я искать-то? Я знаю это все так. Да. Ну, какой книги-то? Где? Что, это книги, что ли? Да, книги. Книги. Ну, а... Книги. В каждом файле там где-то 15 тысяч страниц. Это не стихи. Не вопросы и ответы, а целиком книги. Я неоднократно пользовался и искал. Мне даже и заходить не надо, я знаю. Это я сам делал вручную. Так, а, подождите, ну там же все вопросы и ответы-то содержатся, правильно? Да, содержатся. Там они, ну, да, вопросы и ответы-то они занимают один том, допустим. Ну, примерно так, ну, два тома. Ладно, я не про... По размеру-то это... Действительно книги, что ли? Ну, там книги. А я-то думал, там одни вопросы, я так всегда там легко находил все вопросы. Ну, находил, находил, потому что составлены они, скопированы, находил. Споришь со мной, а тут я прав.
Да даже не смотрел. Да. Я все время пользуюсь. Да и как бы я выбрал, откуда, а вопросы-то отдельно. Я еще этой работой не занимался. Вот сегодня один я этот одну папку отмолотил и посмотрел, сколько. 1500 страниц. Страниц. Ну, это большую я взял. Так, ну все, я понял. Это вообще действительно надо сделать. Помните, да, у нас есть ответы по Библии, по-моему, у нас есть. Ну-ка. Бесы отдельной папкой, да? Да. Это на Skype, это в сайте. Это в сайте, так. Нет, нет, в Word-овском надо файле поставить у меня обратно. Есть страшный суд, отдельная папка. Ну, и что? Бесы. Бесы тоже есть отдельные, да, отдельные папки. Это я их собрал так. Вручную. Да, это вы их собрали. Да. Кое-где была неточность. Вот вы хотите, правильно, чтобы мы все так сделали. Но. Остатки. Другие. Ну вот я свое, допустим, если бы делал, вот я одну папку сделал, я скажу, какой номер там. А остальные, кто какое делал сейчас, озвучивал-то, пусть они и сделают. Каждое открывать отдельно. Каждый открывать отдельно, который вопрос, копировать, следующий опять открывать, тащить в Word и опять и так друг за другом лепить. Я понял, понял. А так просто поиск нет, можно, а взять сейчас... никак. Никак. А тут я сам делаю себе. У меня одна лента. А потом, когда будет 55 этих лент, вместе все. Ну это будет, я сейчас не знаю, это тысяча, ну, 1030 может будет. 20 страниц. Вопросы огромные, ответы. Огромные, все по документам. Вот засчитывает Сергей Павлович. И такие вопросы, там объединение, Русская Православная Церковь, вот это вопросы, и там столько материалу, даже не выскажешь. Это все молотил, я брал, приходил, материалы, копался, искал, и все вместе, и прямо по тематике стихи мои стоят везде. А стихи такие, что дрожишь, стоишь сам. Все захватывает, всю обстановку. Да. Вот так. Ну, а этому-то, к парню-то, мускулистому-то и скажи, пусть заходит. И все, я ему сказал. Ну, вот теперь и дальше и нет еще. Ну, все тогда. Подумай об этом, как так, сделать, так, как так, сделать, так. Сохранить. Как-то я все это уже понял, как? Ну, сейчас, все, с этим хорошо, нету. Сейчас, а вот слушай, то, что... зайди на сайт на наш, и там это, видео, звук. Звук написано так, на первой странице. Туда ткни, и дальше будут жития святых. А жития святых ткни, и тогда они идут на каждый день. Какие, сколько времени звучания, сетка там. Даже не поверишь даже, что сделано. Да, да, я уже заходил, уже удивился я. Да главное, когда читать будешь там проповеди, а если на проповеди зайдешь, каждая разбита на два варианта. По алфавиту, по названию. И второе, по местам писания. В библейском, ну как в Библии, в каком порядке книги расположены, так книги, глава, и все выстроено, ну, в возрастающей степени. Искать очень легко, это для священников, когда нужно найти. Вот на этот стих открыл, все, есть или нет. Ни Осипов, ни у кого. Он проповедь сказал, заглохло, нигде ничего нету. У нас в письменном виде, все по графам, легко искать. У них нету ничего этого. Вот, смотрите, жития святых. В аудиофайлах-то есть указатель, а в таких файлах есть в текстовом варианте такое? Ну да. А, ну, у меня текста-то там и нету, текста только в аудио. А так-то... Только в аудио, да? А житие-то... Книги-то все в интернете. Бери, слепли в один и ищи. Угу. Вот Володя пока не скачал Златоуста-то, и поисковик никогда не работает. А когда скачал, теперь он легко находит. Так что не стал, это, меня не сталкивает с бороздой-то еще. Старый конь еще потянет плуг. Да. Ну, ладно.
У нас дело-то идет. Немного недопонял я изначально, о чем речь шла. Я думал, просто вам поисковик нужен. Нет, я говорю, сохрани два вопроса. Поисковиком, а тут теперь я увидел, я даже эту строку-то и не видел. Кого искать, чего искать, обойдемся, думаю. Я все делал вручную. Ну так вы говорили симфонию составить. Вот симфонию, вот с этой целью я имею в виду, поисковик-то он есть и все. Сейчас да, симфония не нужна, да, уже. Да, да, я про это и говорил, не в письменном виде, а именно вот так, чтобы легко искать, какое слово надо. Но когда у меня в одну ленту-то было бы, ну, даже вот как сейчас здесь вопросами, это еще даже не так, как если бы я сделал. Но на одну я сделал. Сделал. Сегодня только закончила, аж в руках заможила. Больше, чем 150 вопросов. Да вопросы большие все. И за одному туда зайду, сюда зайду, туда зайду, поставлю здесь, смотрю, скопировалось или нет. Какое последнее слово. Опять захожу туда, опять возвращаюсь, а там надо с переходом ткнуть надо возврат. И опять копирую, сюда тащу. Вставил его. Сходится опять туда. И это переноску сделал. Ну, я примерно, если взять 150 раз, ну, это сколько тут, умножить на сколько. И ни одной ошибки не сделал. Вот это да. Ну, все, пока тогда. Ну, тогда, Игнат Тихонович, я тогда по вашему поручению, от вашего имени объявлю, да, чтобы да, все поняли об этом. Да. Да. Я так объявлю, чтобы они поняли, как это сделать. Да, все расскажешь, да, как. Вот желательно, чтобы в одну ленту сместить, и тогда это мы сохраним ее, а тут исчезло, ничего нигде нет поисковика. А так мы на маленькой флешке, тем более в Word это совсем занимает мало. Там мегабайты идут. Так, иди гуляй. Да. Вот такая, брат, штука. И, ну, я бы тоже мог сесть за тесто, мне глаз с глазом-то нет, и... У меня вопросы тут, и все идет. Пусть каждый себе сделает. Не так и много будет. Я взял самую большую папку. Я по ней не работал, ничего, но мне необходимо просто одна из самых ценнейших, так сказать. Ну и все. Расскажи, как каждый все вопрос, каждый папку какой взял, каждый вопрос замещай там, записывай, не пропусти, открывай его, копируй и вставляй в Word в одну ленту. И как закончишь все, себе скопируй, а нам отдашь. Годится? Все. Так мы сохраним. Лучше всего не в электронной версии, а ну просто на флешке. С Богом. Да. Отошел. С Богом, Игнатик. Вы не против, что я выставляю в интернете? Все. А все, вырубай.